Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джану Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Певача Патитананг павоне бхавишнавебхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум лам хайтигрим ят кипатамаханг банде парамананда мадхавам бриндавай тулсидевай пиявай кешава свача кришна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха нараяна намаскритва нарам чайва нараттамам Девин Сарасвати Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панутапалья бхавадипутам Банде махапурусате чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Висфуриджитакамапи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 кам
Kamai Kada Kripam Kirus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhatau Sankirtanai Kapitarau Kamala Yatakshau Visham Baru Dijavaru Jugadhar Mopalu Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhutaru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavanu Rupen Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tavam Bhagam Narayano Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagi Sajasya Vadane Lakshmi Jasacha Bhakshashi Jasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Nana Sastha Vichara Naika Nipunau Sadharma Sangstapako
Lokanam hitakarunauti bhuvane manyam saranyakaru Radha Krishna padarabinda vajana nandena mataliko bande rupa sanatano rajugujugujugo sijiva gopaloko bande rupa sanatano rajugujugo sijiva gopaloko Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told in a flower Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada говорит, что в цветах есть как нектар, мед, так и какой-то яд содержится. И вот Гауриya Goshtipati Srisila Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что в цветах есть как мед, так и яд, как нектар, так и отрава. И обязанность пчелы собирать мед. А обязанность лутакита – это такие насекомые. И вот лутакиты, они собирают яд с цветов. И так или иначе, обязанность лутакита собирать мед, лутакиты собирают яд, а пчелы мед. И хотя нет вражды между ними, поскольку они добывают разные вещи, но все же иногда есть какая-то борьба возникает между ними, и они ничего не то есть они друг другу не мешают, но все же иногда какая-то борьба возникает между ними. Эти пчелы собирают мед, опьянены этим медом. И вот эти, если пчелы объедятся медом, они чувствуют опьянение, а эти лутакиты не могут понять, что это за чувство. И на пути нашего баджана, если мы собираем мед от нашей гуру-варги, я много раз говорил, И вот Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что те, кто пчелы, которые летают вокруг лотосоподобных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, и эти пчелы собирают мед, буквально мед с лотосных стоп нашей гурварги. И мы возносим молитвы лотосным стопам этих пчел, которые собирают мед с лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Они из-за этого не чувствуют нечто подобное опьянению, сладкому опьянению. Материальные люди не могут этого понять. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, те, кто принимают прибежище у таких лотосных, лотосоподобных пчел,
и мы хотим выразить им почтение. И вот те, кто принимают прибежище у таких пчел, которые собирают мед с лотосных стоп, Шри Чайтанья Махапрабху, то они могут почувствовать аромат лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, как даже собака Шивананды. И вот когда Шивананда достиг Пурушоттам Дамы, он обнаружил, что эта собака сидит перед Махапрабху, и Махапрабху кормит кокосом. Собака говорит Хари Кришна и ест кокос. И вот нет ничего невозможного. Кто-то может подумать, что это невозможно, но нет. Даже сама собака может принять прибежище у таких пчел, которые кружатся вокруг лотоса подобных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Нет ничего невозможного, все возможно. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто совершает баджан на нашем Гауди пути Гауди Матха, те, кто принимают прибежище чистых гуру вайшнавов, как вот эти пчелы, они, несомненно, не будут собирать никакого яда, поскольку они понимают значимость этого меда, нектара, они понимают вкус этого меда, нектара, и те, кто в полном смысле пришли на путь Гауди Баджан, они собирают этот мед отовсюду, они собирают сокровища Баджана. А те, кто пришли собрать какой-то, пришли за каким-то ядом, как за дешевой славой, лабхай, пуджи, пратиштхи, и вот они собирают только яд, такие негативные вещи, они не понимают сладостное чувство, которое испытывают те, кто совершают настоящий баджан, стремясь к подлинному нектару. И вот они пытаются всячески помешать. Вот можно нам иногда заметить, что какие-то люди стремятся только к деньгам и все превращают в источник какой-то прибыли, это их цель. И мы избегаем всячески таких людей. Мы очень удачливы, что мы в жизни Сарасвати Гауди Парампара, те, кто отклонились от пути Гуру Парампара, но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что наш великий Таттвачарья, великий ведантист, веданти, Джива Госвами Пад. И имя Джива Госвами Пада он подобен ярчайшей звезде. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что он не меньше, чем Рамануджачарья. И даже больше мы можем сказать, поскольку Рамануджачарья, он Рамануджа Лакшман, он, мы не можем сказать то, что
он не меньше, чем Рамануджа Ачарья, значит, он прославляет Шрилу Джива Госвами Пада, поскольку он вечный спутник Гауранги Махапрабху, и в то же самое время он вечный спутник Радхарани, как Виласа Манджари. И вот все время. И вот мы, Рамануджа Ачарья, несомненно, велик. Мы не хотим его никак оскорбить, он Рамануджа. Но так или иначе, те, кто находится в преемственности Радхарани, их вичара очень чувствительны. Рамануджа, конечно, тут всем хорош тоже, но относительно служения на пути Мадхури, особенность нашей Гаудия Гурварги в том, что и вот Шрила Джива Госвами Пад, он явился около Малды, в северном Бенгале. И вот там он родился. И Гауранга Махапрабху отправился туда, чтобы дать свой даршан Рупе и Санатане. Это около Рамкели. Рамкели очень важное место, поскольку Рупа Санатана, находясь там, в этом Пурвашраме, они совершали баджан там, и они и вот все о нем знают. Он явился в Рамкели Граме, он был сыном третьего. Анупама. Было три брата, Рупа и Санатан и Анупам. Он был сыном третьего этого брата Анупама. Я хочу напомнить вам то, что Рупа Госвами Пад, он чувствовал огромное влечение к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Он уже оставил дом, и так или иначе Джива Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, он тоже ушел. Санатан Госвами, так или иначе, он был пойман царем и убежал из заключения. И когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Рамкели Грам, и вот Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел пойти во Вриндаван, он вышел из Пурушоттамдхамы. И вот он дошел до Ганги, потом пошел в сторону Рамкели, и Махапрабху сказал Санатане: когда люди думают, почему вот надо вроде во Вриндаван собираться, почему он в Рамкели пошел, но не все знают мой мотив. Я хотел попасть в Рамкели, чтобы встретиться с тобой и с Рупой Санатаной. И вот в соответствии с свидетельствами есть. Этих свидетельств не осталось, и ожидается, что Бхактивинода Тхакура говорит, что когда Махапрабху отправился в Рамкели Грам, чтобы встретиться с Рупой Санатаной, в то время Анупам там был. И возраст Джива Госвами Пада было всего 10 лет. И еще другая группа, которая утверждает,
что когда Шри Чайтанья Махапрабху оставил этот мир, в то время Рупа Госвами родился. Ну, это неправильно, они там никак не совпадают со всем другим. И вот более практично думать, что когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Рамкилиграм, чтобы встретиться с Рупой Санатаной, то Джива Госвами Патан там был, он сидел на коленях своего отца, он был мал. И вот после того, как он обрел, он пролил свою милость на Рупу, на Санатану, на Анупаму, на Дживу, он отправился в Канайнатшала, это граница Бенгала, и вот он дальше не пошел, а вернулся, и так или иначе. Рупа Госвами Патан оставил свой дом со своим младшим братом, с Анупамом. В то время как Санатан Госвами, он был в тюрьме. И вот они ушли, и долгая история. И вот он раздал свое богатство. Часть храмам отдал, часть щукам, то есть еще часть оставил какому-то торговцу, своему знакомому, близкому, и сказал, что когда мой старший брат Санатан, ему что-то нужны какие-то деньги, чтобы хотя бы там из тюрьмы освободиться, то ты отдай ему. И вот с такими словами он ушел. И когда Рупа Госвами Патан на пути в Бенгал, на берегу Ганги, Анупам вот умер. Что делать? И потом Рупа Госвами Патан совершил те обряды и собирался отправиться во Вриндаван. И когда Джива Госвами узнал, что его отец умер, Джива Госвами Патан расстроился, он был маленьким мальчиком. Но он был очень разумен, и будучи дома, он изучил всю грамматику Аламкара и прочее. И вот он не мог находиться дома, поскольку день и ночь он плакал и молился. Гуру Нитянанде, можно вспомнить, когда Махапрабху отправился в Рамкели, Гуранга Махапрабху тоже был там, в Шри Чайтанья Чаритамрите это описывается. И вот Джива Госвами Патан был очень разумен. Даже на небесах нельзя найти такого полубога, который был бы столь разумен, как Джива Госвами. И вот он закончил свое образование очень быстро, и дома Krishna of the picture of Krishna
and play. Similarly, Srila Jiva Goswami also used to play with the deities of, I mean, used to make deities of Gaura Nityananda, used to play all the time. И вот он, подобно Удаве, он играл с божествами Гуру Нитинанды, проводил пуджи, молился и все остальное делал. И вот так, молясь им постоянно, он был очень опечален. В общем, он настолько привязался к Гуру Нитинанде, что уже не мог находиться дома. И вот под именем высшего образования он отпросился из дома, чтобы поехать в Навадвипу, чтобы получить высшее образование. Ему надо было уйти из дома, и вот он попросил разрешения, поскольку в то время Навадвипа она была очень знаменитым местом во всем и во всей Индии. Это был центр образования, потом Митхила, Баранаси. Вот эти три места были центрами образования. И вот это эти важные места, где люди могли получить образование относительно Бхагаватам, Махабхараты, Ньяи, логики. И вот Джива Госвамипад, он попросил разрешения пойти в Навадвипу, чтобы получить образование. И что случилось дальше? Он оставил свой дом, и в то время, когда он уже пришел в Майяпур, и вот он уже подошел к дому Шивас Пандита. И тем временем Гуранга Махапрабху уже ушел, принял саньясу. И Нитянанда находился в Шивасангане. И Нитянанда сказал Шивас: «О, Шивас, я думаю, он живо пришел». О, Шивас, я думаю, Джива пришел. Вот уже он у ворот стоит, иди зови его. Он пришел и упал к лотосным стопам Нитянанды. Нитянанда обнял его. Вот они начали разговаривать. И после этого... какая милость... Какую милость он обрел от Нитянанды Прабху, мы не можем представить. И вот он сказал: иди во Вриндаван, ты там обретешь все, все твои... То есть твои эти родственники буквально, Рупа и Санатана Госвами, они уже во Вриндаване, поэтому иди к ним. И вот тем временем он получил даршан различных спутников. Гуранги Махапрабху встретил Шачима и поклонился всем. И остальным тоже поклонился. И что случилось дальше под руководством Нитянанды Прабху, Джива Госвами начал совершать городом парикрама под руководством Нитянанды Прабху.
Шива Госвами Пад начал совершать парикраму. Это город Рама. В общем, они обошли всю гору Даму. Нитянанда рассказал всю славу этих мест. Наша Дама Парикрама должна совершаться под руководством Нитянанды Прабху. И вот, совершив Навадвип Дам Парикраму, он какое-то время еще находился здесь, и потом по наставлению Нитянанды Прабху он пошел в сторону Вриндавана, и тем временем Нитянанда Прабху сказал Джива Госвами Пад Оджива, задержись на несколько дней в Варанасе. Чтобы получить уроки от Мадхусудана Вачаспати по Веде Веданте. И кто такой Мадхусудан Вачаспати? Был Мадхусудан Сарасвати. А этот, но между ними около 200 лет разница. А вот в то время там был Мадхусудан Вачаспати. И кто такой Мадхусудан Вачаспати? В этом вопрос. Мадхусудан Вачаспати, он ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. Естественно, когда Сарвабхаума Бхаттачарья был майявади, то в то время он изучал майяваду, и тем временем, когда он под влиянием Шри Чайтаньи Махапрабху стал великим преданным, этот Мадхусудан Вачаспати, он учился у Сарвабхаума Бхаттачарьи не только это, но и во время обсуждения Веданта Сутра между Сарвабхаума Бхаттачарьи Махапрабху на тему Веданты. Вот это Нилачала Веданта Ваки описывается. И в то время, когда Шри Чайтанья Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарьи начали обсуждать друг с другом эту тему Веданты. Но это было майявада Веданта. И когда Махапрабху начал говорить, потому что Сарвабхаума Бхаттачарья был вынужден принять его татву и стать самому преданным. И в тот момент, когда он обрел милость от Шри Чайтаньи Махапрабху, он начал произносить сотни шлок. He started speaking 100 slokas. I already published the sloka in Bengali. I already shot the sloka. So that time. И вот в то время Мадхусудан Вачаспати также он Сиддханту он обрел от Сарвабхаума Бхаттачарьи, который в свою очередь обрел это все от Махапрабху. И вот он был великим ведантистом. Он знал Веду, Веданту, Панишаду, Бхагаватам.
и по указанию Нитянанды Махапрабху, он отправился в Варанаси и находился там какое-то время. И учился у Мадхусудана Вачаспати, и этот Мадхусудан Вачаспати был очень доволен им, видя его силу, его знания, видя был буквально такой, силу знания буквально, то, как он мог запоминать все и понимать. И вот после того, как он закончил это образование, спустя короткое время он получил разрешение от Мадхусудана Вачаспати идти дальше во Вриндаван. И вот, достигнув Вриндавана, он принял прибежище у Рупы и Санатаны. И там Рупа Госвамипад и Санатан Госвамипад всем сердцем. Они хотели дать им все, что они сами знали. И Джива Госвамипад стал великим пандитом. Даже Рупа Госвамипад, они были очень счастливы, когда Рупа Госвамипад и Санатан Госвамипад поняли, что его сила и знания, его способность, его качество, его, в общем, он превосходил всех по своим качествам. В то время и вот Рупа и Санатана Госвами, они дали И вот они, когда писали какие-то книги, они давали Джива Госвами служение редактора. И вот Джива Госвами принял прибежище у лотосных стоп Рупа Госвами. Его гуру был Рупа Госвами Пад. И что случилось? Рупа Госвами Пад, он дал такое служение ему. Он также готовил, кормил Гурудева. И когда Рупа Госвамипад писал книги, кто-то махивал его пахалом. И однажды, что случилось, я кратко расскажу. И вот Валабхачарья из Вишнусвами Сампрадая, он был очень важным человеком. Когда Махапрабху посетил его дом в Айграме, в Аллахабаде, на том берегу реки, он был великим пандитом. И когда Валабхачарья, он принимал омовение в Ямуне, тот зашел в зашел к Рупе Госвами, это было рядом. И вот Рупа Госвами подписал, писал что-то. И Джива Госвами там махивал его пахалом. И в то время, и вот они поклонились друг другу. И он спросил, что вы пишете? Я пишу Расамрита Синду. Хорошо.
Валабхачарья сказал, я могу отредактировать твою книгу, исправить, если что-то там не так. Ну хорошо, ваша милость, что вы хотите помочь мне. И вот тот пошел на Ямуну принимать омовение. Тем временем Джога Самипад почувствовал себя нехорошо, поскольку это оскорбительно было в адрес его Гурудева. Почему Валабхачарья сказал так? Каждый имеет право защищать интересы своего Гурудева и его честь. И когда Джога Самипад, он был возмущен, какую проблему он, какую ошибку там нашел, почему он так ведет себя, что хочет исправить. И вот он попросил разрешения у Рупы. У Гурудев, я хочу пойти на Ямуну набрать воды. И вот он взял горшок и пошел на Ямуну за водой. Но главный мотив был отругать этого Валабхачарью. И вот он поймал его там и сказал, извините, но что вы там нашли? Какую ошибку вы обнаружили в книге моего Гурудева, что хотите ее исправить? И тем временем они начали говорить. Валабхачарья приводил аргумент, Джива Гасанипат его опровергал. Тот опять приводил какой-то аргумент, Джива Гасанипат он опять опровергал. И после этого Валабхачарья был удивлен. Удивлен, что какой-то маленький мальчик, ему около 15 лет, и он такой великий пандит, и ничего не говоря, он пошел к Рупе. И спросил, кто это тот, вот тот, кто вас самахивал апахалом. Я видел его. А что? Ну, спрашиваю так, ну, что говорить. А он с материальной точки зрения, с прежнего ашрама, я его дядя, он сын моего брата. Ну, он ученик мой по совместительству, принял посвящение у меня. Ну, хорошо, он ушел. И вот Дживагаса пришел с водой, поставил горшок на место. И тем временем Рупа Госвамипад понял, что он антарьяме. You have come here in Vrindavan. You are going to accept your renounce order. You are going to accept your renounce order. Вот и пришел во Вриндаван, принял отреченный уклад жизни в очень раннем, слишком раннем возрасте, поэтому лучше уходи прочь от меня. Я не позволю тебе здесь жить. Он хотел исправить мою книгу из-за своего смирения и милости. Что плохого? Не мог этого потерпеть, поэтому лучше уходи прочь. И по наставлению своего Гурудева Рупа Госвами он пошел на восток, дошел до Нандагата. И вот Нандагат — это то место, где Нанда Баба по ошибке хотел принять омовение в Ямуне около
часу или двух ночи, и спутники Варуны, они украли его там, похитили. И вот Байгаун, это место. И Нанда Баба там кричал, звал Кришну: «О Кришна, спаси меня!» Это место зовется Нанда Агатам или Байгаун. И там все враджаваси, они смотрят, что там прекрасная Кришна. Подумно, этот Джива-Госвами потом там поселился, вот он находился там какое-то время, постился и написал Шантаву, Кама Шантаву там и постился. И вот практически постился, враджаваси приходили, попросили его что-то съесть. Он ел какое-то молоко, йогурт, фрукты, просил. Он так постился большую часть времени, и поэтому очень сильно похудел. И тем временем, так или иначе, наш Санатан Госвами, он совершал парикраму всей Вриндавандхамы, Раваджатамы. И вот он так как случайно оказался там, и Раджаваси сказал, что там какой-то маленький саду пришел сюда поститься, плачет, пишет день и ночь, и вот по описанию Санатан Госвами понял. Что это наверняка Джива. Пойду проверю, где он. Вот пошел, увидел, действительно, Джива. Джива упал к его лотосным стопам. Санатана Госвами не мог ничего сказать. Спрашивал, что случилось, то только плакал. И в итоге он понял, что что-то случилось. И сказал: «Иди, пойдем со мной». И вот он взял Дживу и пошел к Рупе. И вот они пошли к Радха Дамодару. В то время Ямуна более велика была, и берег ближе был. И вот они пошли к Рупе. И вот он поклонился ему, Гурудев пришел с Санатом. И Санатан спросил, он произнес такие слова, что Джива-дая, милость к душам, мы можем найти только в книгах. А не практически, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, это Джива-дая только. В книгах мы можем это найти, а не в практической форме. И сказал Джива: «Иди сюда». Вот, что он сделал? Это обязанность ученика защищать интерес и честь Гурудева. Это обязанность Гурудева, ученика защищать честь своего Гурудева. Принимаешь ли ты его? И по указанию Санатана Госвамипада, Джива Госвамипад, он был, группа принял Дживу и опять дал ему служение. И таким образом
Джива Госвами Пад, он был председателем Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. И вот Джива Госвами Пад, он был вот председателем Вишва Вайшнава Раджа Сабхи после Рупы Санатаны. Он был авторитетом во Вриндаване и контролировал все вайшнавское общество. И даже наш Наротам Такур, Шанивасачарья, Шьямананда Прабху, все они учились у Джива Госвами Пада. Джива Госвами Пад — это единственный, кто хотел защищать интересы всей Гауди Сампрадаи. Даже он не мог потерпеть малейшего отклонения. Он всегда защищал интерес всей Гауди Сампрадаи. Учение Гуранги Махапрабху в первозданном виде. И вот я начал с той шлоки, что в цветах содержится не только мед, нектар, а также яд. И в нашем вайшнавском обществе наш Джива Госвами Пад, он раздает мед нам. И вот, изучив все шастры, они спахтали все шастры и извлекли суть из этих шастр для нас. Но есть также какие-то плохие люди, которые постоянно находят недостатки в саду. Это их, вот, их такая природа — находить недостатки в Гуру Вайшнава. Даже некоторые ученики Шрилы Прабхупады пытались находить недостатки в нем. И в итоге стали сахаджами. Они выступали против Гауди Матха, против Шрилы Прабхупады, против повторения святых имен громко. И что же говорить? И вот если мы хотим отплатить Джива Госвами за то, что он дал нам, мы не сможем. Но так или иначе, какие-то сахаджи постоянно пытаются находить какие-то недостатки в Гуру Вайшнавах. Они говорят, что Джива Госвами Пад был очень завистлив. Когда Кришнадас Кавираджа Госвами читание Чайтамриту, то в то время, и вот они говорят, что Джива Госвами хотел выкинуть эту читание Чайтамриту в колодец. Как же она сохранилась? И вот они рассказывают, что один ученик Кришнадаса Кавираджа Госвами был очень хитер, что он копию сделал. Ну, в общем, такие глупости говорят, но никаких доказательств, кроме их слов, нигде никто не видел. Потом еще они жалуются, что Джива Госвами Пад Сандарбхак пытался утвердить Свакья Бхава.
И вот они говорят, что не в линии с Рупы Санатаны, не в преемственности Рупы Санатаны, поскольку пытался утвердить сваки бхавану. Это неправильно. Каков же факт? Шрила Сачидананда Бхагаван Такур говорит, Джива Госвами Пад хотел защитить это падшее общество. И вот они критикуют Расалилу, что как это Кришна может этим заниматься, приглашать жен, чужих жен. Я говорил уже о видении Расалилу, что Кришна, он муж всех. Он единственный Пуруша, поэтому противоречия в этом нет. И вот Бхагаван Шри Кришна, это правда. То, что Джива Госвами Пад говорит, что концепция Паракхи не может быть в случае Нанданандана Шри Кришны, поскольку там все эти шакти Кришны. И вот эти шакти Кришны, они вечно присутствуют в нем, все эти гопи. Если они вечные шакти Кришны, то как это Паракхи Бхава может вообще быть? Это не значит, что завтра что-то станет Паракхи. Нет, вечно. Они вечно присутствующие, их вечные шакти. Они всегда эти гопи, они вечные шакти Кришны. Вечно значит всегда. То есть Паракхи там не может быть, но Джива Госвами Пад пишет, приводит такой аргумент, то, что концепция Паракхи Бхавана тоже вечна, чтобы усилить лила-вила, чтобы усилить сладость и чувство этой лилы. Если не было бы Паракхи Бхавы, то этот вкус со сваки бхавы не был бы таков, как с Паракхи. И вот Джива Госвами Пад говорит, хотя вечно, эти гопи вечно, они вечные шакти Кришны. Не может быть никакого вопроса Паракхи, но все же вечная концепция Паракхи Бхавы находится в сердце гопи и в сердце Кришны. Иначе эта лила не может прийти. Итак, препятствия на пути Паракхи Бхавы, когда возникают, они только усиливают ее. То есть Паракхи как бы разрешенные, поэтому никто не препятствует, точнее сваки. А Паракхи постоянно какие-то проблемы возникают, нужно их преодолевать, и поэтому это чувство любви, оно обостряется. И вот Джива Госвами Пад пишет, что если нет вопроса Паракхи, вечные шакти гопи,
они вечно являются своей лилой с Кришной с незапамятных времен, и поэтому вопрос Паракия как бы нет. Но с другой стороны, концепция Паракия Бхавы, она уже вечно присутствует в Радхаране и во всех остальных группе, Ладите, Вишаки. Если бы Паракия Бхава вечно не существовала, то великолепие лилы не смогло бы достичь своего пика. И вот Бхактина Такур говорит, Джива Госвами Пад, наш Татва Ачарья Гауди Сампрадай, лучший Татва Ачарья нашей Гауди Сампрадай, он также Гауди Ведантист, лучший из Гауди Ведантистов. Даже Валабха Ачарья хотел написать книгу Татва Прадип. И когда Валабха Ачарья написал книгу о Веданте Татва Прадип, и там Валабха Ачарья пытался утвердить Веданта Сиддханту, Валабха Ачарья пришел к Дживи Госвами Паду, чтобы дать ему эту книгу на проверку. И вот тут прочел и сказал, что множество здесь сиддханты, которые неправильно, много ошибок, погрехов и прочие их нелепости. И вот в соответствии с наставлением Джива Госвами Пада Валабха Ачарья, он исправил. И вот понимаете, каково положение Джива Госвами Пада. И так или иначе нас Бхактина Такур говорит, то, что вечно присутствует на Галоку Вриндаване, это должно явиться здесь. И все, что мы смотрим, видим здесь, это Боума Вриндаван. Все, что мы видим в Боума Вриндаване, в этом материальном мире Вриндаван снизошел, и вот когда Вриндаван снисходит, здесь мы находим какие-то необычные вещи, как Радхарани, жена там замужем за Янгошем, Лалита за Дурмушгупом и прочие какие-то другие вещи. И что это? Джива Госвами Пад пишет, что это Паракия Бхава, материя. Вот кратко, что мы можем обнаружить, Кришналила уже здесь, когда Кришналила уже здесь, на этой земле, в Боуму Вриндаване, Джива Госвами Пад говорит, когда мы видим свадьбу Радхарани с Янгошем и прочие вещи, это все совершается йога майя. Это подобно иллюзии. На самом деле никто из этих вот так называемых мужей не прикасался к этим группе, которые играют роль их жен. В Бхагаватам это также описано. All gopikas, all their husband, inside the
И вот Кришна, Он присутствует в каждом сердце. И тот Кришна, который суть и глава всего мироздания, то что плохого, если Он является какие-то либо с гопи. В общем, это кажущиеся эти мужья и прочие родственники, это всего лишь иллюзия, чтобы насытить чувства этой лилы, это влияние йога майя и свакья. И вот свакья паракья, а паракья бава вечно присутствует на Галоке. И паракья бава тоже есть на Галоке. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит то, что есть в том вечном Вриндаване, это должно быть здесь. То есть, поскольку этот духовный мир, этот материальный мир, это отраженное, искаженное, отраженное, изображение того мира, поэтому вот такие... Вот на Галоке Вриндаване, например, нет никакой мачехи, это не мачеха, это как свекрови, матери и этих мужей, гопи и прочего, только идея есть, о том, что они есть. И камса нету, только есть и мысль о том, что камса может быть или есть, только баба такая есть, такое чувство, что камса есть. Есть, но самого камса нет, не было. Это просто для того, чтобы усилить вкус или чувство этой лилы, чтобы придать ей некую остроту, как джатилы, кутилы, вот эти аянгоши и прочее. They are all idiot and fallen soul. They are all idiot. We don't like to discuss anything about them. They are fallen soul, so fallen. And вот те, кто критикует, обвиняют Джива Госвамипаду, они все лишь какие-то падшие души. Мы не придаем им никакого значения. И еще хочу сказать, вся Сиддханта Вичара Гауранги Махапрабху с начала до конца. Мы можем найти в Шримад Бхагаватам и также в Бхагаватам вся Сиддханта Джива Госвамипад, он все вложил в сандарбхи. Вот он написал 6 сандарб, и можно найти там всю Сиддханту Гауранги Махапрабху. И вот Джива Госвамипад, он утвердил это, что там кто? All the Siddhanta which are of Mahaprabhu
И вот всю Сиддханту Шримана Махапрабху можно найти в Шримад Бхагаватам, то, что описывается в Бхагаватам, аналитические ответы на все вопросы можно найти в этих шести сандарбах. И вот Джива Госвами Пад написал множество книг, и одна из них — это Харинама Амрита Вьякаран. Санскритская грамматика связана с именами Бхагавана. Вот он написал вот этот учебник по санскриту, где все связано с именами Бхагавана. Как это возможно? Джива Госвами Пад связал все сутры этого Вьякарана с именами Джанардана, Верховного Господа, поскольку он подумал, что те, кто изучают грамматику, теряют время, не совершая баджаны, поэтому он написал так, чтобы преданные, не изучая санскритскую грамматику, не теряли времени зря и повторили святые имена Верховного Господа. И те, кто изучает санскрит, он еще написал Гопал Чампу, Мадху как-то еще, очень много книг написал. Но мы не находимся в том положении, чтобы понять эти великие книги, поэтому должно зависеть от Шрилы Бхактивинода Такура. И таким образом Джива Госвами Пад посвятил всю свою жизнь служению нашему Гауди Бхаджана во всех четырех сампрадаях. Никто не может из этих четырех сампрадай, никто не может сравниться с Гауди Сампрадай. Философия Гауди Сампрадай, ее сиддханта настолько богата. Джива Госвами Пад был лучший из ведантистов. Он не думал, что не нужно писать комментарии на Веданту, поскольку Махапрабху сказал, что Бхагаватам — это естественное объяснение Веданты. Махапрабху уже сказал, что Шримад Бхагаватам — это объяснение, комментарий на Веданту. Но в итоге, когда начался спор на эту тему, Баладев Видьябхушан, он был отправлен в Вишванатха Чакравати Падам и написал Веданта Бхашья. И также очень важно то, что на основе Гауранги Махапрабху и вот Гауранга Махапрабху, он сам Бхагаван, и открытие в чем заключается? Если мы скажем, что
Ачинтья Бьеда Бьеда Татва была дана Махапрабху, это неправильно, поскольку она вечно была. Вечна. Поэтому я сказал, что просто открыли. Не открыли, как опять заново открыли. И вот как-то Махапрабху хотел привести в гармонию Сиддханту всех четырех авторитетных вайшнавских сампрадай, то Махапрабху сказал, что если все эти четыре сампрадая, они примут это одно, то что от этого Ачинтья Бьеда Бьеда Татва, то тогда вся Сиддханта между ними будет в гармонии. Но они говорят иногда Вишишта Двайта Ваду, Двайта Двайта Ваду, Шунда Двайта Ваду. И так отличаются друг от друга. Но ну, в общем, каждый свой, за своей точки зрения чем-то отличается от другого. Ну, в общем, если это все привести к Ачинтья Бьеда Бьеда Татве, то это все научно и гармонично придет в гармонию. И наш Джива Госвами Пад, он хотел утвердить Ачинтья Бьеда Бьеда Татву везде. Все. И вот любое суждение по Веданте, по Сандарбхам, который он написал, он все это гармонизировал с Ачинтья Бьеда Бьеда Татвой. И в итоге он утвердил всю Сиддханту Гауранги Махапрабху в практическом виде. Ачинтья этим словом. Какие-то глупые люди думают, что это за пределами нашего понимания. И вот люди объясняют, что Ачинтья значит, мы не можем подсчитать это за пределами нашего человеческого понимания. Так они говорят. Ачинтья. Мы не можем думать и найти решение. И поэтому все глупые люди говорят, что это Ачинтья. Но Ачинтья. Это значение этого, но только это значение неправильно. То, что мы, о чем мы не можем подумать, или то, что мы не можем осознать, этого значения мало. Если мы скажем, но за пределами есть еще уровень премы. За пределами нашего понимания, нашего представления, наших подсчетов, есть еще один уровень. Это уровень премы. Если мы достигнем этого уровня премы, то
тогда все придет в гармонию. Джива Госвами Пад говорит, что за пределами всего этого есть уровень премы. Если мы достигнем этого уровня премы, то все будет в гармонии. И вот ачинтья бьеда бьеда не значит то, что это также. Тоже это значит, что за пределами нашего воображения есть уровень премы, где возможно все. Бхагаван, он массирует стопы преданных. Это тоже категория ачинтья бьеда бьеда таттвы относится. То, что Бхагаван хватает Радхарани за стопы, это тоже ачинтья бьеда бьеда таттва. Говорится, что Бхагаван, он ачинтья сарат, тот, кто обладает безграничной силой, без всем, в общем, обладатель всего, Савиги, вездесущий, всезнающий, сарат, всемогущий. И во всех бесконечных мирах, что бы ни происходило, и одновременно Кришна может сдать все это. Кришне не нужно ждать, когда кто-то ему расскажет. Кришна может знать сразу. Вот Кришна, он знает все, что происходит везде. Кришна, он вездесущий. I have no information what is happening. Why Gopika is feeling so much love for me? And why I am growing so much love for them? What happening? What is the message? I don't know. It is written in Chaitanya. Ami on na jani, na jani Gopika on. The Gopika they don't know. I also have no information. And then who is going to know? Who is going to know? All Ellen by Chokumaya. The Chokumaya is the eternal process. The Chokumaya means Krishna knowing. At the same time not knowing. Jogman, it is a total responsibility given, total responsibility given to Jogman. So Krishna is free, like somebody is enjoying. И вот Кришна иногда отдает свои эти обязанности каким-то слугам, чтобы они что-то за него делали и не мешали. Ну, какие-то такие, и как вот Йога Май, например, она по воле Кришны делает все, что он хочет. И таким образом все может прийти в гармонию. И также сегодня день явления Джагадиш Пандита. Он явился в Асаме, в Гохаче, в Праджотишпуре, согласно Бхагаватам.
И вот Гухати называлась Прагджотишпурам раньше. Его отец и мать были великими преданными. И после того, как отец и мать ушли, он решил. И вот они пошли, решили жить на берегу Ганги. И вот они вечные спутники Гаванги Махапрабху, поэтому пришли сюда, на Майпур, и поселились рядом с домом Джаганат Мишра. Пришли со Сама, с Гохати. Потом у него был друг Хиранья, они тоже был браманом Хиранья Гаватхан. А это просто Хиранья. Джагадиши Хиранья кто-то говорит. Махеш Пандит кто-то говорит. Махеш Пандит брат Джагадиш, младший брат. Кто-то говорит, нет, ну так или иначе, Махеш Пандит, он Шуба Шусака во Вриндаванской лиле, он был Шуба Шусака, а Джагадиш Пандит, в соответствии с Кавикарнапуром. Он Чандрахас, один Саки Чандрахас, Саки, он и в другом месте говорится, что он Ягик Патня, в смысле жены этих браманов, которые в Кришналиле проводили свои яги. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был очень мал, он играл, плакал, точнее, плакал очень сильно в день Экадаши. И тогда все старшие, как Шачима и другие дедушки, пытались его утешить, что случилось, почему ты плачешь. Каждый день ты плачешь, а когда мы повторяем Хари Кришна, Хари Бул, ты прекращаешь плакать, но сейчас почему не прекращаешь плакать? Ну, тут повторяем святые имена, а ты плачешь. И вот он сказал, что сегодня вы должны пойти в дом Джагадиша Хиранья. Они много подношений приготовили в день. В этот день Экадаши, идите и принесите весь этот просад мне, и я перестану плакать. Они удивились, откуда он знает, что он знает, что сегодня Экадаши вообще. Тем более, что они там что-то готовят. И вот они сказали, что давно мы знаем, что Парадпаракилеша Парабрама Кришна явился в доме Джагнатха Миши. Мы знали об этом давно. Что Джагнат явился в форме Гуранги Нимая.
И вот они принесли все, накормили его, тот и перестал плакать. И все были удивлены. Этот маленький мальчик, откуда он знает, что он экадаши? Тем более, откуда он узнал, что вот они что-то там готовят в своем доме? И Джагадиш Пандит говорит: Джаганнатх, ешь, сегодня наша готовка увенчалась успехом, сам Бхагаван ест. И вот они поняли это. И когда Гауранга Махапрабху вырос, он дал наставление Джагадишу: ты можешь отправиться в Орису, в Нилачал, проповедуя там славу Бхагавана Хари. И вот, в общем, он отправил его в Орису. И в Нилачал-кшетре он проповедовал, и однажды по указанию Джаганнатха он вынужден был унести Джаганнатха, но там точно там не написано, но сомневаться мы не должны, но говорится только то, что по указанию Джаганнатха он вынужден был унести Джаганнатха до гора Мандалы. И как это возможно, первое, если Джаганнатх уже там, в храме, если Джаганнатх пришел, то как это возможно, что преданные поклоняются Джаганнатху? Второй вопрос может возникнуть. Скажи, 12 лет они хоронят Джаганнатха, закапывают его потом еще до Абрама, опять делают новое тело Джаганнатха. Потом, как он принес его. И вот, в общем, он спал. Джаганнат явился, дал ему наставление. А потом, как он, этот Джаганнат физически появился, даже не совсем понятно. И потом Джагадиш сказал Джаганнатху: Джаганнат, ты столь велик, как я тебя понесу, я очень стар. О, возьми палку, привяжи меня к этой концу этой палки, и помести ее на плечо, и так иди. Но ты тяжел очень, нет, не волнуйся. Попытайся, я люблю. Я как воздух. Вот Джагадиш Пандит все сделал, привязал его к палке. Поднял эту палку на плечо, положил и пошел. Обрадовался, что он легкий, а Джагнатх его предупредил, что будь осторожен, если где-то мне поставишь, то все, потом уже не поднимешь. Поэтому иди, не останавливайся без перерывов. Тот я по дороге забыл. Достиг он Чакрадахи, Чакды, на берегу Ганги. Он подумал: ну, отдохну тут на берегу Ганги, совершу поклонение, приму омовение, совершу поклонение. И уж собрался идти дальше, сказал: давай, ничего не поднимайся. Ну, я же тебе сказал, что опустишь меня где-то, вот там я останусь. Ну что делать? Пришлось там ему служить. И вот это Джасра, место называется. С Кришнанагара, если ехать,
сторону Калькутты, там на полпути где-то Чагда. И вот они открыли Шрипат Джаганатха. Гауранга Нитянанда, они часто ходили туда, принимали служение от Дукини, но Дукини она не отпускала Нитянанда и Гауранга. Она это очень плакала, не позволяла ему идти, сказала, что умрет без них. И Гауранга тогда дал ей божество Горгопал. В Джашре можно видеть Чагда. И вот он дал эти божества Дукини и сказал: «О, моя мать, я всегда с тобой, и вот можешь предлагать мне подношения, я всегда их буду принимать». И вот таким образом место очень важно, и наш великий Ачарья Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж был успешен в том, чтобы обнаружить это место, и мы очень счастливы посещать его. Махарадж там говорил Хари Катху много раз. И так или иначе, Джагадиш Пандит, он был великий преданный. Сегодня день его ухода. Мы сегодня день ухода, точнее, их обоих. И мы просим их милости, чтобы мы смогли продвигаться на пути нашего баджана.